С вами Adelia.com, и в этом видео я покажу свои 10 странных лайфхаков. Ну, давайте похлопаем и начнем. И вы хотите спать и хотите делать уроки, точнее их сделать, то не беда. Ложитесь спать и отдохните. А с утра просто вставайте, как я встаю, потому что учусь во вторую смену и делаю уроки. Окружающий мир. Да, так. Ничего нету интересненького. Надо повторить все. О, что-то интересненькое. Сейчас буду читать. Если вы нашли такие же странные штучки, как и я, и не знаете, что с ними делать, то просто идите, спросите у родителей, они скажут вам, что из этих штучек надо делать пирамидки, как и я. Ссылочка будет в описании под видео. Да ладно, шучу я. Не будет ссылочки. И из этих штучек, короче, строите пирамидки, это забавно и интересно. И пролистайте вниз, посмотрите мое видео, где я строю из этих штучек пирамидки. Ну, давайте следующий. Если вы одна дома и боитесь, не знаете, что делать, не беда. Ну, я даже не боюсь, просто включайте телек и все. Больше ничего не надо. Или я боюсь все-таки, Нет, я не боюсь, не боюсь. Включайте телек, как я. Он выключил, он сейчас выключится скоро. Ждем. Вот он выключился тут где-то, и вот. Это я потому что нажала несколько раз. Если вы тоже так нажали, он выключился, не пугайтесь. Это вы просто много раз нажали туда, как я. И вот, вы, наверное, убедились, что мультики все-таки успокаивают. Рекламы яркие тоже успокаивают. И какой-то еще мотоциклист, не знаю, кто такой. Ну, и вот мой совет. Просто смотрите телевизор. И делайте уроки. Я сказала 10 лайфхаков. Нет, простите, я вас заманула. Сегодня в этом видео просто в ударе. Да-да-да. Простите меня, но я не помню уже там где-то 3 или 4 лайфхака моих странных. Кто хочет еще таких видео, ставь палец вверх. И всем бай-бай.